Всем добрый день еще раз. Значит, мы сегодня постараемся все разобрать. Очень много вопросов поступает. В первую очередь поступает от тех людей, партнеров наших, инвесторов, которые не получили GFST. Сейчас я попытаюсь вам объяснить, что очередной раунд выдачи GFST шайдропом уже еще начался 28 декабря прошлого года. Многие в кабинеты второй раунд не получили. И те, которые впервые делали это, то же самое не получили. На сегодняшний день официальная информация компании о том, что работа над этим идет. И в настоящее время проводятся соответствующие технические работы. Группа технических специалистов наших, они на блокчейне все работы эти производят. И в скором будущем у вас в кабинете все появится. Просьба ко всем панику не создавать. И вам нужно со своей стороны сделать правильные действия. В первую очередь, это вот у нас многие инвесторы не получили свои на сегодняшний день GFST, потому что они не до конца произвели верификацию или неправильно подключили свои кошельки MetaMask, или, значит, у них какой-то сбой произошел из-за электронной почты. Я сейчас постараюсь вам все популярно пояснить и рассказать прямо по полочкам, чтобы все сделали в первую очередь у себя, а потом помогли всем своим партнерам. Так, переходим на слайд. Так, я вот включил демонстрацию экрана. Как видно всем? Посмотрите. Хорошо видно, да? Все. Вот теперь для тех, кто на сегодняшний день еще не получил GFST и не может разобраться в этом. В первую очередь, что вы должны сделать? Я здесь все расписал. Те, кто сможет отсканировать прямо с экрана, могут отсканировать или записать к себе. Сначала нужно вам открыть MetaMask кошелек. Видно всем, да? После того, как откроете MetaMask кошелек, вы обязательно должны прокупить в этот MetaMask кошелек минимум на 2 USDT, 2 доллара BNB. 1,5-2 доллара достаточно будет. Далее, следующим шагом будет это, надо подтвердить электронную почту, которая у вас находится в CoinSet кабинете. Понятно? В CoinSet кабинете, которая находится электронная почта, вы ее подтверждаете. Многие, почему на сегодняшний день не верифицировались и не смогли вот эти вот в GFST получить, потому что у них ранее была одна почта в кабинете. И когда они до перевода в новый CoinSet кабинет, некоторые поменяли свои почты. Поэтому нужно будет именно ту почту подтвердить на новом блокчейне, которая у вас находится в CoinSet кабинете. Чтобы зайти на новый блокчейн, вам нужно по этой ссылке, которую я показываю, вот по этой ссылке открыть этот блокчейн. Ваши вот эти вот фразы, которые имеются на старый блокчейн, а вы знаете, да, у нас есть блокчейн еще CryptoUnit Explorer. Вот эти фразы, они также подходят для нового блокчейна. И этими фразами и адресом кошелька вы заходите на новый блокчейн. С левой стороны
Вы увидите на новом блокчейне, я позже продемонстрирую, кнопочку, где будет написано «Подтвердить электронную почту». Вот на эту кнопку нажимаете, вам на указанную почту приходит ссылка. Это, значит, будет такая длинная ссылка из цифр и букв. Вы ее вставляете на новом блокчейне, вот именно туда, где вам укажут на новом блокчейне, и делаете подтверждение. Понятно, да? Третий пункт. После того, как подтвердили на новом блокчейне свою электронную почту, вы переходите на верификацию в новый сайт. Новый сайт называется Sbit.io. Вот как написано, я вам показываю вот курсором. Да? Вот. Набираете вот это вот слово Sbit.io, это сайт новый, и на нем проходите верификацию. Для тех, кто ранее не покупал Soulbond'ы, а эти токены являются именно, как правильно сказать, за счет этих токенов вы проходите верификацию на этом сайте, и поэтому те, которые не произвели, не купили эти Soulbond'ы, они в обязательном порядке прокупятся на этом сайте 10 USDT, это 10 долларов, с использованием любой банковской карточки. Вот можете Каспи, можете Халык банк или другой банк использовать. Проплатив эти 10 долларов, вы начнете процесс верификации. Там уже во время верификации все эти вопросы по инструкции будут выходить, что вам делать. И вы просто после того, как пройдете верификацию полную, зарегистрируетесь на этом сайте, вы подключите после верификации свой MetaMask кошелек. Понятно, да? После того, как подключили MetaMask кошелек, следующие ваши действия, чтобы получить GFST токен, вы должны пройти регистрацию на новом сайте GFST.io. Вот здесь написано, видно всем, да? Перепишите. Вот. После того, как пройдете верификацию на новом сайте, для вас будет возможность получить эти GFST токены. Те, кто в прошлом году на первом этапе получили, поясняю, вот в сентябре те, которые на первом этапе получили, их GFST разморозятся в сентябре этого года. Это по требованию, по условиям компании и по требованию вот, значит, именно по требованию времени, вот это вот сейчас, которое мы проходим, для этого нужно будет прождать один год, это условия компании, и вы получите свои GFST токены размороженные. Они будут размораживаться также поэтапно. Те, которые разморозили, точнее, получили свои GFST токены вот в декабре месяце, в январе месяце, они, естественно, получат разморозку в конце этого года, в декабре месяце. И вот в течение 4 периодов произойдет, значит, получение GFST токенов на ваш кабинет на сайте GFST и их разморозка последующая. Ссылка до конца не видно. Ссылка так не видно. А потом что, 3 идет? Она специально покрашена черным, да? Да, да. Как вы именно какую ссылку имеете в виду? Смарт-контракт. А, это мы потом, я позже объясню. После того, как вы получили GFST токены, дальше в MetaMask кошельке вы должны подключить все смарт-контракты. Вот. Смарт-контракты
Вы можете запросить даже в чатах, где вы сидите, и те партнеры, которые знают, они вам вышлют, разошлют по чатам. Ранее вот эти вот все вопросы, они раскрывались в чатах, и все эти смарт-контракты были отправлены по всем чатам. Вот ссылка на смарт-контракт, вот GFST внизу. Нужно будет его подключить в MetaMask кошельке, чтобы свои GFST, которые вы получили от компании, увидеть уже в MetaMask кошельке. Вот это вот символ, набор букв и цифр, это вот смарт-контракт для GFST токена. Следующая ссылка на смарт-контракт, это Solvi. Вот. Видите, да, тоже вот состоит из набора букв и символов, точнее цифр, и вы вот эти вот смарт-контракты подключаете в MetaMask кошелек, и таким образом вы получите все свои GFST токены, в том числе и Solvi токены, а также здесь ошибочка небольшая. Еще третий смарт-контракт – это для того, чтобы получить SBIT.io токены. SBIT. Да-да, третий – это SBIT. Вот. Так, теперь третий. Мы потом еще направим вам, значит, все вот эти смарт-контракты по чатам разошлем. Хорошо? Теперь вот понятно всем, как это все производится. И я хочу, значит, получить обратную связь. Напишите, пожалуйста, в чате, кто понял, кто не понял. Ну, а те, кто не понял, еще раз прослушают записи, и потом дальше сами уже, я думаю, разберетесь. Может, кто-то вам подскажет. Да, запись идет. Так, следующее. После того, как всю эту работу проделали, вы получаете GFST токены. GFST токены выдаются всем нашим инвесторам и партнерам, которые имеют WorkCrew. Те, кто не в курсе этого, я поясняю, что WorkCrew в свое время мы получили за счет конвертации криптоюнитов. И так как WorkCrew пока не выходит на рынок в связи с санкциями, которые значит, сейчас наложены на ряд стран, в частности на Российскую Федерацию, WorkCrew пока в замороженном состоянии. Со временем компания этот вопрос будет решать, и WorkCrew со временем выйдет тоже на рынок. Но для этого нужно будет время. Чтобы люди не ждали вот этот процесс, наши лидеры, наши руководители компании CoinSet дали возможность всем на WorkCrew получить, значит, в подарок вот эти вот GFST токены. Это security токены. На них тоже в будущем планируется выплата дивидендов. Поэтому все, кто заинтересован в том, чтобы и расширить свой инвестиционный портфель, вот вам дополнительный токен GFST. А далее мы... В каком соотношении будут давать? Вот вопросы задают, значит, GFST токены будут выдаваться в соотношении 20% от количества вашего WorkCrew. 20%. И из них, если вы 20% от общего количества возьмете WorkCrew, то из них пятая часть. Это получается на 100 тысяч вы получите в среднем 500 USD, GFST токенов. Ну, вы знаете, что компания официально объявляла, GFST токен сейчас у нас продается там же в вашем кабинете. Цена его стоит 10 центов. Фактическая оценка GFST токенов 44 цента.
Поэтому, когда будем выходить на биржу, это не говорит о том, что мы выйдем с 10 центами, а возможно и выйдем еще более высокой ценой. Ну, не меньше, думаю, 44 центов. Вот. На сегодняшний день по WordCrew тоже много вопросов, так как я еще раз обозначу, что WordCrew пока не выходит на рынок, но официальная цена, обменная цена криптоюнит на WordCrew на сегодняшний день составляет 35 центов. Поэтому стоимость WordCrew, стоимость активов в количестве вашем, которые находятся в WordCrew, каждая WordCrew оценивается примерно в 0,35 центов. И это тоже не окончательная цена. Когда уже компания начнет дальше продвигать WordCrew на рынок, мы думаем, возможно, выйдем по этой же цене, и ваше сейчас состояние, ваши активы, вы можете исходить из стоимости WordCrew. Так. Также много вопросов люди задают, партнеры, насчет криптоюнит. Криптоюнит сейчас у нас, вы знаете, что листится на нескольких биржах. Цена, конечно, у них низкая, но я бы порекомендовал вообще изучить наш криптоюнит. Со временем он, естественно, связан в глобальном инвестиционном портфеле с бизнесами конкретными. И я думаю, что цена тоже в будущем будет зависеть от действий, от деятельности нашего бизнеса. Так, все, пока вот по GFST все понятно. В конце зададите вопросы, а теперь переходим на другие новости. Вы знаете, что те, которые имеют солбонды, они, те, которые купили в прошлом году еще солбонды в больших количествах, они конвертировали их в SLX токены. SLX токены – это security токены. Security токены компании STO Box, которая предложила нам Solbi, и через эту компанию мы прошли верификацию для получения GFST токенов. И вот эти вот SLX токены по планам, по дорожной карте STO Box в этом году на них, точнее, начнут выдавать уже дивиденды. Где-то в феврале месяце. Официальная информация была озвучена на вебинарах руководителей STO Box. Вы, наверное, в курсе. И вот те, которые имеют SLX токены, security токены, они уже в феврале месяце получат первые дивиденды. Пусть даже это будет небольшое количество первых дивидендов, но я думаю, что со временем будет расти цена на SLX токены и дальше на Solbi токены. И, естественно, соответственно, будет расти, значит, сумма дивидендов. Далее, следующая новость – это то, что вы помните, да, 2 года назад Андрей Федорович Ховратов, значит, всем нам подарил токены Бобкоины, которые он еще ранее приобрел за счет средств, своих личных средств. И он поделился вот этими бобкоинами в пропорции, если вы помните, на один бобкоин 1260 WordCrew. И от количества этого WordCrew, значит, от вашего общего количества, вам всем выдали бобкоины. В ближайшей перспективе, возможно, даже вот ближайшие 2-3 месяца в этом квартале начнется разморозка этих бобкоинов, как и обещала компания Бобкоин. Разморозка начнется, значит, скорее всего, вот до конца этого квартала, и вы сможете эти бобкоины обналичить или
использовать их по своему назначению уже после выхода на рынок тех, что имеется у вас в кабинете. А так, бобкоины у нас официально имеются на 4 биржах, насколько мне известно. Это вот Bitmart, потом еще есть несколько бирж. Так. И вы можете в будущем те размороженные бобкоины, которые у вас сейчас имеются в кабинете, вывести на эти биржи и использовать их по своему усмотрению. Вот. Для этого вам необходимо что сделать на сегодняшний день? Это пройти регистрацию. Многие партнеры, те, которые идут в ногу с компанией, они все это сделали заранее. Многие наши инвесторы по 2-3 года вообще не заходили в свои кабинеты. Поэтому для тех, кто не в курсе вот этих новостей, для вас вот хорошая новость. Вот эти вот бобкоины, которые вам выданы совершенно бесплатно в подарок, вы сможете в будущем использовать, ну, продать или сделать какой-то себе доход за счет продажи. Ну, вот это вот, это уже будет на ваше усмотрение. Можно объяснить? Ну, так, бобкоином я вам покажу, расскажу сейчас по ходу. Сначала теорию расскажу, а потом дальше, да, покажем, продемонстрируем на экране. И те инвесторы, которые, значит, имеют бобкоины, я, конечно, бы порекомендовал их не продавать. Почему? Потому что это бизнес. Это бизнес, такой вот мощный бизнес, который сейчас популярен в африканских странах, вот, в азиатских странах, где компания Bobcoin, значит, произведенные свои электромотоциклы, электрокары и все, что касается с электричеством и все, что касается транспорта, который на электричестве работает, вот, они планируют внедрить вот в этих вот странах, где, естественно, за счет того, что люди будут покупать вот эту технику, транспорт, естественно, компания будет за счет этого иметь хорошие доходы. И эти доходы, насколько мне известно, в будущем планируется также распределять на имеющиеся бобкоины в виде дивидендов. Ну, пока еще цена, я вот на CoinMarketCap смотрел одного бобкоина, $1.26, но где-то показывает чуть ниже. В общем, сейчас этот процесс идет, поэтому в ближайшем будущем мы получим новые новости, и, естественно, вы тоже услышите, как дальше поступить со своими бобкоинами. Далее, следующая новость. Вы знаете, что у нас есть в нашем глобальном портфеле есть, значит, одно из направлений – это Global Unit Pay. Мы все в свое время приобретали токены FNT, принадлежащие Global Unit Pay. И вот по последней, значит, информации, планируется Global Unit Pay в ближайшие там полгода уже вывести на рынок. Но это будет тоже поэтапный вывод, поэтому вот все вот эти вот ваши имеющиеся токены FNT, это тоже дополнительный ваш актив, и это тоже очень хорошее для вас в будущем, так сказать, представит для вас хорошие доходы. Тоже, я думаю, что Global Unit Pay будет популярен еще больше в мире, и вы, воспользовавшись этими возможностями, сможете в будущем, так сказать, увеличить свои активы и увеличить свой инвестиционный портфель. Далее, вы знаете, что сейчас
У нас в CoinSeti имеется ряд направлений, я это покажу. Значит, в первую очередь это компания Evosend. Она официально находится в этом, в нашем глобальном портфеле CoinSet. И эта компания Evosend, она тоже после окончания 10-го этапа планирует вывести свои доли компании на внешний рынок. Для этого те, которые приобретали наши ароматы, духи, к ним прилагаются доли компании Evosend. Сейчас идет у нас 6-й этап. Вы можете еще приобрести, есть пакеты в рассрочку. Недавно проводилась, значит, акция, промоушен проводился, где люди, покупая, партнеры наши, новые люди, покупая наши, значит, ароматы, это пробники, на $100 плюс подарок получали сверху один пробник. И в будущем, возможно, еще будут такие промоушены. Не отставайте просто. И тем более то, что Evosend компания – это у нас компания, которая для нас делает, что, во-первых, дает товар, и еще плюс к товару, плюс еще дают доли компании. Тихо. Я просьба к вам, пожалуйста. Так, далее. Следующее направление бизнеса, которое у нас имеется в CoinSet-кабинете, это БАДы. Это не то, что БАДы, а это, можно сказать, лекарства, которые предлагают нам вьетнамцы. Эти лекарства, ну, БАДы, они как в виде биологически активных добавков, являются действительно, ну, очень, значит, востребованы в той стране, где мы были в свое время. Во Вьетнаме, когда мы были, мы видели, они нам презентовали вот эти вот БАДы. Мы даже на пробу, помню, нам подарили тоже по одному, значит, по одному флакону, значит, мази мы использовали, ну, эффект имеется, но кроме, значит, различных мазей, там есть еще и другие БАДы, которые действительно оказывают хорошее воздействие на здоровье человека в оздоровительных целях. Поэтому изучите тоже предлагаемые компании вот эти вот БАДы в CoinSet-кабинете. Но еще плюс тому, к этим БАДам, естественно, вы будете получать доли компаний, которые также будут в будущем выведены на рынок в виде дополнительных активов для нас. Еще одно из направлений это является, значит, игры, гейм. Тут вас не призывают именно играть в эти игры или не призывают именно активно участвовать в процессе. Вы можете стать совладельцем этого направления. Насколько мне известно, в будущем планируется в Алмате, в общем, будет презентация вот этой компании. Будет проходить конференция в Алмате. Те, которые находятся в Алмате или из других городов Казахстана, могут поехать посмотреть. Ну, это где-то в первом квартале намечается, в первом, во втором квартале. Вы можете принять также участие. Смысл заключается в том, что сейчас, предлагая вот это направление, компания также
она оцифровала свой бизнес, и за счет того, что вы будете иметь активы этой компании в виде токенов, вы сможете их также, на них в будущем сможете получать дивиденды. Вот такое вот предложение идет. Далее, в будущем еще будут дополнительно у нас добавляться новые направления бизнеса. Вы знаете, что есть у нас еще одно направление, которое многих интересует. Это НДЕ цифровые гарантии. Сейчас наши итальянские коллеги, они запустили бизнес, одно из бизнес-направлений в виде арткоинов. Арткоины – это целая система бизнеса, которая включает в себя, значит, бизнес, заключающийся в этом, в искусстве. Как понять? В этот бизнес входят картины, скульптура, и они в будущем арткоин-компания планирует также вывести свои токены на внешний рынок. На сегодняшний день те партнеры, которые еще в сентябре, до сентября месяца приобрели арткоины, они уже ежемесячно получают в виде стейкинга, от стейкинга получают уже доходы. Вот у нас много очень партнеров, я еще сам не получал, но вот есть те, которые ранее еще прокупились, они ежемесячно из количества, значит, арткоинов, эти арткоины, значит, они заморожены, и из количества этих арткоинов 2% ежемесячно получает стейкинг, который в размороженном виде им обналичивается по желанию их желанию. Поэтому вы тоже можете также еще не поздно в кабинетах приобрести эти арткоины, токены, которые в будущем также для вас будут составлять новые возможности. Они сейчас 1 евро стоят в кабинетах. Вы можете их приобрести. 1 евро. Те люди, которые партнеры, инвесторы приобрели в прошлом году еще, они уже ежемесячно осуществляют вывод. Вот многие инвесторы, да, у нас задают вопросы, почему ранее не сказали там и так далее. Еженедельно практически проводятся вебинары. Вы знаете, что сейчас итальянцы дополнительно к арткоинам еще предлагают новые направления бизнеса. Следует их послушать и принять для себя решение. Никого компания не заставляет приобретать дополнительные доли компании других направлений бизнесов. Это делается для тех, кто действительно считает себя осознанным инвестором, который имеет уже инвестиционное мышление и в дальнейшем планирует свой инвестиционный портфель увеличить новыми активами. Поэтому, пожалуйста, уважаемые друзья, много очень вопросов было и жалоб было. Говорили все время, что заставляет компания покупать то одно направление новое какое-то или другие токены там. Вас никто не заставляет. Вы принимаете сами решения. Вот я, допустим, я сам принимаю решение. И я для себя стараюсь приобрести по возможности новое направление, то, которое предлагает уже компания. Поэтому вам решать будущее свое. И по арткоинам я хочу сказать, что тот арткоин, который вы купите, он будет заморожен. Заморожен на год, но через год
вы сможете его уже, так сказать, от него пожинать плоды. В то же время еще итальянская сторона предлагает возможность в будущем эти арткоины также выставить в залог и получить себе финансы для, в качестве кредита, в качестве займа, получить себе финансы для своих нужд. И, возможно, может быть, для кого-то это для развития своего бизнеса. Вот. Вот такие вот у нас имеются на сегодня новости. Я бы хотел сейчас вам продемонстрировать, как у нас тем, кто не получил еще свои бобкоины, продемонстрировать, как это все сделать. Поэтому, так, сейчас подключаю экран. Так, всем видно, да? Видно? Так, всем видно, да? Поставьте плюсики. Для того, чтобы получить бобкоины, вам необходимо перейти на сайт Bobcoin. Вот ссылка имеется. Average.sto.cap. Вот наверху видите, да? Я вот выделил. Вот по этой ссылке можете записать себе. По этой ссылке вы можете зайти в свой кабинет. Bobcoin. Эту ссылку там позже мы еще разошлем по кабинетам, по чатам. Значит, у всех есть эта ссылка, насколько мне известно. Потому что в чате постоянно, значит, выставляют все вот эти вот направления бизнесов. Теперь, смотрите, вот это сайт Bobcoin. Для того, чтобы зайти на этот сайт, вы вставляете ту электронную почту, которая у вас была в кабинете Average. Вот. Вот эту, для того, чтобы правильно, для того, чтобы не ошибиться, вы зайдите в Average кабинет и там найдите, пожалуйста, свою ссылку на электронную почту. Вот эту ссылку потом привяжете в кабинет, точнее на сайт для входа. Сейчас я... Сейчас я продемонстрирую, как зайти в кабинет Bobcoin. Так, долго что-то загружается. Копируете электронную почту, вставляете, где написано адрес электронной почты, вводите свой пароль. Пароль от товарища. Да, да, да. Если у вас не проходит, значит, не можете зайти в кабинет,
то тогда вы можете, вот в данном случае, видите, не прошло, то тогда вы можете пароль поменять. Для этого нажимаете вот на эту надпись «Забыли закрытый ключ», и вы таким образом заново введете свою электронную почту, и после этого войдете в этот. Вот сейчас я тоже попробую таким образом. Не получилось зайти. Вот, видите, да? Теперь вставляете ту же электронную почту и нажимаете на кнопку «Отправить ссылку для сброса». После того, как отправили, у вас вот зеленая надпись появится. Мы отправили вам ссылку. Заходите туда же, на электронную почту, нажимаете вот эту вот черную кнопочку, и после этого у вас откроется снова этот сайт, где будет написано «Вставить электронную почту», потом «Создать новый пароль». И повторить этот новый пароль. После того, как это сделали, нажимаете на кнопку эту. Сейчас что-то с интернетом очень медленно работает. Вот. И у вас открывается кабинет. Вот, открылся кабинет. Здесь у вас указывается количество бобкоинов и фактическая стоимость. Здесь написано, что вот видите, да? Один бобкоин 0,86 центов, долларов стоит. Вот, от количества, да. Здесь в кабинете одна цена, но на, значит, на биржах там, в частности, в CoinMarketCap показывает совершенно другую цену. Возможно, это для нас вот эта вот цена здесь в кабинете, а на бирже там показывает 1,20. Поэтому цена отличается. Вот ваш кабинет СТО КАП, где вы, вот вам ваш кабинет СТО КАП, где вы увидите свои бобкоины, и скоро уже здесь появится команда, где вы эти бобкоины сможете перевести на свой Coinbase кошелек. Для этого вот многие вопросы задают, как дальше быть. Когда вы зайдете в профиль, у вас у некоторых сейчас откроется сначала профиль. Смотрите, когда открывается такой профиль, сверху у вас будет фамилия и имя, дальше номер телефона, все вот эти данные будут иметь запись, где кошелек Coinbase, видно, да? Там выставляете туда адрес вашего кошелька. Где пишется IBAN, там можете номер карточки поставить, вашей сбербанковской карточки, банковской карточки. И теперь адрес кошелька нужно будет ставить Coinbase. Для этого вы можете скачать этот кошелек на телефон или скачать вот на свой ноутбук. Я покажу, как это делается. И смотрите, здесь имя пользователя Coinbase, вы пишете свой название своего кошелька.
Вот я здесь вам покажу, я не буду показывать, как открывать кошелек, но у меня уже готовый вот кошелек, я нажимаю, вот у меня готовый кошелек, которым я пользуюсь. Здесь у меня обозначено, что бобкоины имеются в количестве там 4 штук, потом 2 и еще 2 штук. Вот эти вот бобкоины, они были начислены еще 2 года назад. Это те, которые проходили эту регистрацию, они все уже получили. Понятно, да? Вот, смотрите, вот эти вот бобкоины в этом кошельке. Потом с кабинета бобкоина вы будете переводить сюда, на этот кошелек, и отсюда потом иметь возможность их конвертировать или вывести на биржу, дальше использовать по своему назначению. Вот. Поэтому всех поздравляем все равно. Дождались того, что обещали ранее 2 года назад СТО, компания СТО КАП свои обещания выполнила. Те, которые вам начислили бобкоины, они скоро уже будут размораживаться. Вот такой вот кошелек Coinbase вы должны будете каждый себе в телефон скачать и можете здесь вот на компьютере. Дальше сами изучите, как и так далее. Понятно, да? Ну, на этом пока все. Теоретическая часть и практическая, я вот все, что на сегодняшний день нужно было, думаю, сказал. Сейчас можете задать вопросы. Давайте, задавайте вопросы. Как? VSLX. Так, вот вопрос поступил. Solbi, как перевести VSLX? Те люди, которые не успели в прошлом году в сентябре месяце перевести Solbi в SLX, нам было 2 месяца дано. Где-то вот в первом квартале, может, чуть позже, сама компания STO Box обещала на площадке, на своей площадке, на сайте своем, есть такой сайт SLX.io. Вот, на этом сайте в вашем кабинете будет кнопочка, где вы сможете свои Solbi перевести в SLX токены. Понятно, да? Поэтому надо будет дождаться этого времени для всех. И как только возможность такая появится, я думаю, во всех чатах будет эта информация, вы сможете свои Solbi перевести в SLX. Поэтому давайте... Не отставайте от компании. Многие люди из-за того, что не знают, они думают, что компания закрылась или не работает. Нет, мы вовсю, значит, продолжаем работу. Много интересных направлений добавляются в компанию, в инвестиционный портфель. Вы знаете, что, отмечу тоже, вот у нас у всех есть доли компании Skyway. И Skyway тоже у нас одновременно выходит на рынок. На следующий год по официальному, значит, заявлению компании в 2025 году будут первые дивидендные выплаты. Поэтому я всех хочу, значит, обрадовать тем, что вот эти вот ваши ожидания в течение у кого-то 5 лет, у кого-то 6, а у кого-то и 10 лет уже на следующий год воплотятся в мечту. А вы знаете, что у нас очень хорошо работает компания. У нас очень хорошо работает компания Skyway. Она активно сейчас продвигает свои возможности по всему миру, поэтому все будет замечательно. Так, теперь жду от вас вопросы. Я выключаю запись. Да. Хочу сказать, что вот вопрос задали как раз насчет Skyway. Skyway продают свои пакеты на официальном сайте RSV Systems. Вы можете туда зайти
Те, кто доли получили свои SkyWay, они отображаются на сайте RSV Systems, и вы там увидите все свои доли. Те, которые хотят дополнительно купить, может, со своего кабинета есть такая возможность купить эти доли SkyWay. А кто не перешел в RSV Systems? Те, кто не успел перейти, для них тоже после того, как уже начнутся выплаты в этом SkyWay, я думаю, что все вопросы вот эти вот уже компания обязательно решит. Это было озвучено нашей компанией официально на одном из вебинаров. Поэтому так, ну а что, я хочу сейчас всем пожелать, те, которые послушали вебинар, всем успехов. Давайте не будем огорчаться, а будем просто в позитиве, будем делать просто